Харидас, как удивительно немой бандит вдохновляет всех воспевать славу Кришне. Он делает это так искренне, что те, кто услышат этот призыв, уже не могут его не выполнять. Повторяйте святые имена Кришны и поклоняйтесь Ему, ведь Господь дорог всем, как отец и мать. О, Дани, Дай, наш золотоликий друг Гауранга просит каждого идти по домам Навадвипы и смиренно просить: пожалуйста, воспевайте святые имена Шри Кришны, ведь Господь наш истинный друг и прибежище. Намаскар, дорогой Прабху. Намасте. Вы очень удачливый человек, так как живете на берегу Ганги в городе Навадвипе, где каждый вздох наполнен чарующим предвкушением сладости святых имен Кришны. Пожалуйста, воспевайте святое имя Шри Кришны, и оно, несомненно, унесет все ваши страхи и тревоги. Хорошо, святые люди, я исполню вашу просьбу. Вот видишь, Харидас, Немай был прав. Каждый должен повторять святое имя. Намасте. Пожалуйста, воспевайте святое имя Шри Кришны. Будьте тверды на пути преданного служения. У вас что, помутился рассудок из-за неправильного повторения мантр? Мошенники! Вы рассказываете людям о том, о чем сами не имеете ни малейшего представления. Из-за этого сумасбродного немая даже порядочные люди теряют рассудок. Почтенной семье брахманов, им не избежать встречи с Немараджем. Харидас, твое сострадание не знает границ, и если ты пожалеешь этих двоих, они, несомненно, избавятся от греха. Твое желание, желание Гауранги Махапрабху. Харидас, наша обязанность говорит людям, что цель жизни в зависимости и преданности от Господа. А примут нашу проповедь или нет, от нас уже не зависит. Не надо так рисковать! Это очень опасно! Они могут все, что они не побоятся убить святых людей. Ни в коем случае. Друзья! 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 Повторяйте святые имена Кришны, поклоняйтесь Ему и пойте Ему хвалу. Ведь Господь — единственное прибежище для всех живых существ. Господь, истинное сокровище вашего сердца, Он снизошел на землю специально для вас. Пожалуйста, оставьте свои греховные занятия и предайте лотосным стопам Господа. Пожалуйста. Харидас, нам очень повезет, если удастся унести ноги. Спасибо.
произошел интересный случай. На базарной площади мы встретили двух пьяниц. Люди сообщили нам, что это два брата с почтенной браманской семьи. Мы попытались вернуть их на путь добродетели, но наша просьба смиренно повторять святое имя привела их в ярость. Мы еле унесли ноги. Что это за братья? Как их зовут? И если они браманы, то почему ведут себя так? Это Джагай и Матхай. Джагай и Матхай? Да, Нима, это сыновья благочестивого брамана, но их погубило порочное общение. Сейчас им нравится только вино. Нимай, мне так больно видеть, как низко пали эти двое. Ведь их грехам нет конца и края. Впрочем, что мне тебе говорить, когда ты и так все знаешь обо всем? Нитянан, эти двое уже спасены. Им достаточно было просто тебя увидеть. Шривас, принеси, пожалуйста, воды. Ты так заботишься о благе каждого, что Кришна им обязательно поможет. Господь послал меня проповедовать с этим неугомонным Нитьянанды. Он прыгал в бурлящую Гангу после сезона дождей. И представляете, ловил там крокодилов за хвост. А еще он стащил масло и йогурт у молочника и сбежал. А меня схватили и хотели побить. Каждый раз, когда он видит красивую девушку, он предлагает ей выйти за него замуж. А еще он доит коров и пьет надоенное молоко. Я как-то попытался вразумить его тобой, Адвайта. Но что он сказал мне? Что может мне сделать этот старик Адвайта? И что может мне сделать тот, кого ты называешь Гаурангой? А сегодня нас спасла только милость Господа. Эти двое пьяных братьев лежали мертвецки пьяные и спали. Он растолкал их и начал проповедовать. Они рассвирепели и хотели нас убить. Мы еле спаслись от неминуемой смерти. Я нисколько не удивлен. Все это естественно для Нитьянанды. Одного пьяницу потянуло к другим. Он пьян божественной любовью и может угостить других своим напитком. Тебе бы такое и в голову не пришло. Такому отрешенному вайшнаву, как ты, строго соблюдающему все обеты, нечего делать в подобном обществе. Я хорошо знаю Нитьянанду и могу предположить, на что он способен. Он может каждого опьянить божественной любовью. Подожди несколько дней, и ты увидишь, как он приведет этих двоих в общество преданных вайшнавов. Дорогие вайшнавы, давайте пойдем на берег Ганги и вознесем полуденные молитвы. Не топай! Что? И вот это вот Аватхута!
Господь, когда Мадхай замахнулся на меня, Джагай останавливал его, но Мадхай все равно почему-то попал в меня. Хотя ты видишь кровь, мне совсем не больно, поэтому, пожалуйста, прошу тебя, пощади их. Джагай, ты покорил меня, защитив Нитьянанду. Я дарую тебе любые благословения. Проси, проси, чего пожелаешь. С этого дня ты станешь примером беззаветной преданности и обретешь любовь к Богу. Аминь! Я благословляю тебя любовью к Богу. Аминь! Господь! Мы оба были грешниками. Грешили в одном месте, в одно и то же время. Почему же ты одному явил свою милость, а другому нет? Яви свою милость и мне, и я буду повторять святые имена Кришны. Я знаю, никто, кроме тебя, не сможет помочь мне. У тебя нет никакого шанса на спасение. Ты осмелился причинить боль Нитьянанде. Господь, не говори так. В своих прежних воплощениях ты даровал освобождение даже тем демонам, которые пронзали тебя острыми стрелами. Твое оскорбление хуже стрел. Ты пролил кровь Нитьянанды, близкого мне друга, что дороже жизни. Скажи, как мне спастись? Я знаю, я получу освобождение только из твоих целительных рук. Ты, Господь Вселенной, я узнал правду о тебе. И теперь тебе не удастся скрыть себя от меня. Твое оскорбление тягчайшее. Ты должен припасть к стопам Нитьянанды и молить его о прощении. Нитьянанда, Мадхай у твоих стоп, и ты должен явить ему свою милость. Он пролил твою кровь, и только ты можешь его простить. Что мне сказать, мой Господь, на все твоя милость? Если я заслужил какую-то награду своими благочестием и набожностью, то все эти заслуги я отдаю Мадхаю. С этого дня вы не должны больше грешить. Никогда больше, Господь! Никогда больше, Господь! Слушайте меня внимательно. Я беру на себя всю ответственность за все грехи, которые скопились за много-много жизней. И если в будущем вы не сойдете с пути истины, то я забираю все грехи с собой. Вашими устами я буду вкушать пищу. Теперь вы станете моими представителями. Слава! Слава Шри Махапрабху! Слава Шри Шамбари, Богу Богов! Слава Нитьянанде Прабху, самому дорогому спутнику Вишвамбары, который во всем и всегда служит ему. Слава Шри Кришне Чайтанье, проповедующему Санкиртану совместное повторение святых имен Кришны. Слава Шри Нитьянанде Прабху, бесконечному верному Господу Читанию. Поднимайтесь, поднимайтесь, Джагай, Мадхай. Чудо перерождения свершилось благодаря безграничной милости Шри Нитьянанды. Вы же все будьте свидетелями. Я беру на себя все грехи этих падших душ. Аминь.